Здравствуйте, коллеги! В прошлом году я участвовала в конкурсе «Мастер HR». От этого получила потрясающие яркие эмоции и впечатления. Поэтому, если вы хотите выйти за рамки привычной своей деятельности, выйти из зоны комфорта, то и получить потрясающие эмоции, то, пожалуйста, участвуйте в этом конкурсе. Чем полезно было участие для вас? Полезно – это все-таки профессиональный рост, это посмотреть опыт практиков, посмотреть на опыт других. Вот, собственно, в этом. Были ли сложности какие-то? Сложности, наверное, были все-таки, а как же у других, а как же в других компаниях? И вот это немножко ситуация неопределенности, а как же иначе, как по-другому, и как у других, вот, да, это накладывало какой-то отпечаток, какой-то немного страх. Угу. А пожелания ваши коллегам на этот год? Пожелания, ну, во-первых, мастер-классу еще больше набрать участников, не останавливаться там на сотни, да, по-моему, в прошлом году было. Непосредственно участников не бояться конкурсов, и чем больше конкурсов будет, тем лучше, потому что умение выступать перед аудиторией, выступать перед профессиональной публикой. И мне очень порадовало, что именно общение в профессиональной среде и вопросы и от профессионалов, экспертов, оно позволяет, ну, оно дает вообще толчок к развитию и осмыслению. Была разница между заочным туром и очным, вот по ощущениям в чем-то? Ну, заочно, понятно, он как онлайн, а очный требует живого общения, предполагает живое общение. Поэтому, конечно, когда ты в любом случае выступаешь перед конкурсной комиссией, перед экспертами, это всегда присутствует эффект волнения. А вот в заочном туре это какая-то загадка, непредсказуемость, выйдешь, не выйдешь.